Яндекс News. Директор департамента сообщений Рижской думы Виталий Рейнбах у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я нашел вам дату по дорогам, да, если хотите. Каждый день. Каждый день, это правда, да. Поэтому о насущном и начнем, наверное. Такой активный сезон ремонта дорог закончился, наверняка. Но есть у нас два моста, которые волнуют рижан, очень-очень волнуют. Расскажите на сегодняшний день, каково их состояние и какова судьба. Мы видим, что на Дегловском мосту все зашевелилось активно и очень быстро, буквально за месяц, там прям виден какой-то результат. Что в ближайшее время планируется? Да, мы нашли решение и по Дегловскому мосту, и по Брасовскому мосту. Сначала Дегловский мост. Ситуация была такая, что не было удовлетворительного состояния колонн, которые поддерживали мост. Мы их укрепили дополнительным туром, дополнительной поддержкой. Да, ну все, я уже забыл всю русскую терминологию. Значит, и в рамках существующего договора мы их отремонтируем, подготовим к зиме, обеспечим гидроизоляцию, закончим тротуары на мосту, закончим перила, все вот, значит, столбы. Единственное, что мы в этом году не сделаем, это не успеем проезжую часть. Проезжую часть будем доделывать в следующем году, в следующем строительном сезоне. И также отремонтируем оставшиеся колонны, которые не в таком критическом состоянии, но для того, чтобы целиком все выглядело красиво, это закончим в следующем. Брасовский мост. Брасовский мост. Значит, по Брасовскому мосту ситуация следующая. Брасовский мост мы закончим, сдадим в эксплуатацию в 2023 году. Четыре года. В 23-м сдадим в эксплуатацию, да. На самом деле мы его закончим, планируем закончить, я думаю, так и будет, в 22-м году, до начала в самом начале строительного сезона, до праздника песни и танца, который будет проходить в Межапарке. Ситуация следующая. Мост будем достаточно серьезно ремонтировать. В итоге что мы получим? Мы на этом мосту получим движение трамваев, простого транспорта с высшим коэффициентом. То есть устойчивость этого моста, несущая способность моста будет такая, которая сможет выдерживать совершенно с запасом 80-тонные трамваи, то есть 4-секционные длинные низкопольные трамваи. Дальше на этом мосту мы предусмотрим велополосу в обе стороны. Отдельную. Она будет идти по тротуару, но она будет отделена, естественно, от пешеходов. А велополоса будет с одной стороны моста, с той стороны, которая ближе к улице Бривибас. Та сторона, которая ближе к улице Дунтас, там будет только пешеходная дорожка. Значит, мост... Пока мы будем ремонтировать данный мост, сейчас ведется изменение в проекте. Мы открываем внизу железнодорожный переезд, временный. Когда он будет открыт? В декабре этого года мы уже планируем, что он будет полностью функционировать в обе стороны, и в центр, и из центра. Соответственно, надеемся, что тем самым мы решим проблему доступа жителей Межапарка в центр города. Это будет новый мост или это все-таки строят? Потому что говорили, начали реконструкцию моста, потом сказали, что мост, его даже отремонтировать невозможно, надо строить новый мост. Но как это выглядит технически? Это будет полностью снесено, построен новый или как-то подстраивать? Реновация какая-то. На самом деле новый мост, это вот у вас новый стол, это если у вас нету стола и вы купили новый стол. А если вы провели ремонтные работы старого стола, но выглядит он как новый, вот это мы и будем делать. Вот наши слушатели уже начинают присылать вопросы, и в том числе вот на номер 2-300-6191. Ну вот пишут, что на Каунцема-116С очень плохая дорога, и вот освещения нет, тротуара нет, люди ночью спотыкаются, и им очень, очень мешают ямы. Вот что можно сделать, куда обращаться, чтобы... изменить эту ситуацию? Однозначно обращайтесь в Ригас Думас Сатексмас департамент. У нас есть круглосуточный телефон 8-300-36-20.
на нашей страничке РДСД, он тоже фигурирует. Это телефон SatXMS Вадибас-центра, Центра управления движением. Работает круглосуточно, все телефонные обращения ведутся под запись. Соответственно, они идут в план работ, либо на обслуживание города, либо на строительные работы. Естественно, поток входящих заявлений у нас гораздо больше, чем мы можем себе позволить решить. Но мы стараемся градировать их по мере необходимости. Если мы видим, да, что есть острая необходимость, квалифицируем это, то достаточно быстро все будет сделано. Да, вот я просто, может быть, подводя черту под сделанным в этом году, какие дороги были в городе отремонтированы, ну, чтобы так вот, может быть, в общем, было понятно сразу всем, какой масштаб был работ, и что еще не сделано, что еще на очереди, ну, такое критичное, что горит. Да, ну, сделано, все видели, была улица Краста, давно просилась. Но на улице Краста не была доделана велодорожка, которая параллельно ей идет. Ее мы сделаем в 2020 году, то есть в следующем строительном сезоне. Плюс департамент Вида Сунмайоклю департамент проведет озеленение и высадит порядка 100 дубов на разделительной полосе улицы Краста. То есть по плану так. Говорят, что там с дефектами какими-то все-таки. Вы, если сталкивались со строительными работами, всегда есть какие-то дефекты. А наша задача основная департамента, мы как заказчик, мы стараемся заказать строителям то, что мы видим, что улучшит либо состояние определенного объекта, либо решит концептуально какую-то проблему в городе. Мы идем таким планом. Естественно, исполняющие организации, они обязательно должны находиться под достаточно четким контролем. Для этого у нас есть, мы нанимаем через конкурсную процедуру технадзор, который следит, но плюс стараемся усиливать постоянно и наш надзор, чтобы мы смотрели за качеством выполненных работ. Во время работ мы объезжали, я сам лично объезжал, мы смотрели, где какие моменты мы видим, если мы вовремя не поменяем, то потом будут проблемы. Мы можем штрафовать, мы можем недоплачивать, но итог будет конкретный, что мы будем иметь некачественные, на выходе некачественную работу. Поэтому большую часть таких моментов нам удалось отследить. Если какие-то и попали в конечный результат, то либо мы их заставим переделать, либо, если это логично и это не критично для инфрараструктуры, то мы скорее не заплатим деньги строителям, а опустим эти средства на какие-то другие объекты. Что, да, продолжая, что еще было сделано помимо Красного? Может быть, не такое глобальное, но все равно значимое для города, возможно. Ну, значимое – это ремонт островного моста, если вы видите. Мало того, мы там идем с опережением графика, и вообще планируется, что работы закончим до Нового года, основные. Потом, естественно, там будут доп. Работы, но они уже будут не критичные, минимальные. Но это вторая очередь ремонта островного моста, будет еще дальше очереди. А по поводу Чака улицы, которая должна была, ну, из-за нее, наверное, весь этот шум в прошлом году и вот был, потому что, ну, невозможно было ехать даже с ограничением, и министр сообщения говорил, в общем, ЧП-ситуация была введена, но в этом году все равно ее не отремонтировали, значит, весной опять то же самое, возможно, повторится. Да, но почему не отремонтировали в этом году? История улицы Чака. Магистраль. По факту, уже какая-то транзитная, чего не хотелось бы на самом деле. Она, раньше, я помню, была Чака, улица магазинов, по ней ходили. Она такая была, как сейчас Барана. Что-то такое. И потом вдруг она из-за транспортного потока такого обезлюдила, стала какой-то бетонно-пыльно-серой. И, ну, как витрина тех магазинов. Она неприятная, реально. Вот сейчас она неприятная. И была мысль, значит, отремонтировать ее полностью. Но вы понимаете, мы отвечаем за дороги в красных линиях, то, что вы видите. Но то, что вы не видите, это внутри коммуникации. И у каждой коммуникации свой хозяин, и по факту они имеют определенные права. И для того, чтобы отремонтировать в полном объеме данную улицу, мне надо согласовать с каждым мои ремонтные работы.
И они выставляют какие-то технические требования. Замените нам все, они имеют право это делать по законодательству, замените нам все коммуникации. Коммуникации там, я не буду называть предприятия, одному, второму, третьему, четвертому. Это в итоге просто сумма космическая получается, которой у города точно нету. То есть, причем через департамент. Это надо платить департаменту, надо платить городу, а не владельцу данных коммуникаций. Идея была по улице Чака такая. Смотрите, если вы видите, закатали асфальтное покрытие, да? Все, пока оно единое, пока целенькое, все нормально и может держаться достаточно долго, потому что оно сохраняет свою общую структуру. Как только какие-то аварийные работы, кто-то где-то вскрыл это покрытие, пошли швы, в шов попала вода, она всегда найдет свою низшую точку. Заморозки, расширилась, льдом разорвала эту трещину. Все, ты можешь уже точно быть уверен, что эта улица поползет по швам, как лоскутное одеяло. А какие-то ремонтные работы у нас происходят буквально через месяц после того, как вот это красивое покрывало одно кладут. Да, ну мы сейчас уже поменяли правила на сайт вашей нотариком, и теперь, если ты уже залез туда, то ты должен восстановить достаточно большой объем, для того, чтобы как минимум эти лоскуты были большого объема. Ну вот, смотрите, и была идея какая. Как решить вопрос с коммуникациями, для того, чтобы они туда не лезли и не портили вот это покрытие. Первое решение было коммуникационный туннель. То есть мы кладем бетонный туннель, делаем внизу, на нем в туннеле полочки, на полочках трубы, доступ через, допустим, канализационный коллектор, который там один через 100 метров. Соответственно, мы сразу убиваем нескольких зайцев. У нас нету этих люков, которые на дороге портят нервы автоводителям. И все сухо, чисто внизу. И если надо что-то отремонтировать, ты заходишь в коммуникационный коллектор, ремонтируешь свою коммуникацию и не вскрываешь дорожное покрытие. Не смогли до конца договориться с владельцами коммуникации. Но я вам хочу сказать, что мы все равно пойдем в этом направлении. Сделаем сначала там по тротуарам и так далее. Это одна концепция. В Риге, кстати, есть такой коммуникационный коллектор, один оставшийся с советских времен. Его можно, ну, при желании когда-нибудь даже посмотреть. Где? На какой улице? Он около улицы Экспорта. И вторая концепция, это как мы сейчас начали делать на тротуарах. Это как раз тротуарная плитка, это родилось оттуда. Потому что любой, кто подключает интернет, значит, вскрывая любое подключение там, газа, воды, электричества, все идет через тротуар. Соответственно, вскрывая тротуар, и вы видите, это тоже выглядит неэстетично. А посмотрите на тротуары, которые мы сейчас сделали. Они очень эстетичны. Даже вот здесь на бульваре Калпака около вас вы можете видеть, это реально красиво. Если будут проводить ремонтные работы, вынут плитку, заложат, ничего, в принципе, да, следов не останется. Мы пошли по тротуарам, это первое из двух зол меньше. Делаем плитку. Такая же тема была по дорогам. Я сейчас только что был в Вильнюсе, смотрел, у них проспект Гедеминаса выложен таким большим, хорошим базальтом. Соответственно, если они что-то ремонтируют, вынули базальт, сделали, заложили, покрытие стоит. Но поскольку улицу Чака мы будем не полностью строить, а менять только покрытие, это вот проблема улицы Барна. Все восприняли, что мы ее ремонтировали полностью. Мы поменяли покрытие. Если вы вспомните, как выглядела улица Барна, она была ужасная. Там асфальт, там брусчатка, там непонятно что. А мы сделали единую концепцию. Но мы просто переложили сверху. Это надо понимать. По крайней мере, сегодня те работы, которые ведутся на Барна, вы после их, как их закончат, вы не увидите их следов. Это уже неоспоримый плюс. Там есть претензии к качеству, но они в сравнении явно меньше, чем те проблемы, которые могли бы быть там, если бы мы этого не сделали. И, значит, вариант такой рассматривали в улице Чака тоже использовать такую крупную брусчатку, которая хорошо держит. Но мы поняли, что в рамках замены покрытия нам туда надо идти глубже, делать более серьезный пирог, и от этой идеи мы отказались. Ну,
пока вот так, а улицу Чака мы будем делать в следующем году начинать. Почему? Потому что сейчас мы договорились со всеми владельцами коммуникаций, чтобы они по максимуму отремонтировали свои сети, чтобы они потом в итоге не вскрывали этот асфальт. Но это то, что мы видели этим летом, уже ремонтировали улицу Чака, меняли там коммуникации. Там все меняют подряд. И просто я на собственном опыте, у меня знакомые спрашивали, ну вот что, улицу Чака все отремонтировали, значит, в следующем году все будет хорошо, то есть люди воспринимали это как ремонт. Вы готовы к тому, что весной опять обрушится на вас, что вот, весь прошлый год, все прошлое лето, что-то ремонтировали. Они ремонтировали коммуникации, а мы будем ремонтировать дорожное покрытие. Вы понимаете, что все равно будет критика. Я понимаю. Готов. Ну вот, кстати, у нас просто разрываются телефонные линии, мы вас попросим надеть наушники. Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста, вот вы так долго дозванивались. Я специально включил радио. У меня два вопроса, один по организации дорожного движения, а второй по состоянию дорожного движения. За организацию дорожного движения вы отвечаете? Да, отвечаем мы в городе. Вот, смотрите, я вечером забираю супругу каждый день с работы. И перекресток, это бульвар Узворос и выезд от памятника освободителям на Каменный мост. Значит, ехать, если со стороны памятника освободителям на Каменный мост, красный свет и стрелка. Но у нас, извините за выражение, бараны за рулем. Они считают, что стрелка зеленая – это главная дорога и отменяет сигнал красного света. Я каждый день попадаю там в аварийные ситуации, каждый день, в буквальном смысле этого слова. Потому что люди, со стороны едущие со стороны памятника освободителям, не считают нужным пропускать людей, которые едут им на сигнал светофора с поворотом на Каменный мост. Вообще ежедневно попадаю в эту историю. То есть вчера моя машина стояла на светофоре 4-й, я поворачивал налево, и люди лезли, прямо вот три машины передо мной прошли, и они лезут, у них горит красный свет, они лезут. Значит, вывод. Либо вы эту стрелку зеленую закроете, вообще ее там чтобы не было, или поставьте там мента с полосатой палкой, который будет там всех штрафовать подряд, потому что это невозможно. Второй момент, по бюджетам хотел сказать. Мне по роду своей работы пришлось анализировать бюджеты российских городов и бюджеты прибалтийских городов. Так вот, бюджет Риги на человека выше, чем бюджет Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербурге 113 тысяч рублей в переводе на рубли, в Риге 113 тысяч рублей, в Петербурге 104 тысячи рублей. Бюджет Риги по квадратным километрам в два раза выше, чем бюджет Вильнюса. В Риге 1500, а в Вильнюсе 800 евро. И состояние центральных дорог Вильнюса и Риги вообще ни в какое сравнение даже близко не идет. Как, что это за эффективность у меня, извините, работы? Да, понятно. Могу отвечать, да? Да-да. Начну со второго вопроса. Только что приехал с Вильнюса, только что разговаривал с департаментом транспорта города Вильнюса. Вы, может быть, анализировали бюджеты в целом городов, но не, я не знаю, анализировали вы бюджеты отдельно департаментов и сколько тратится. У нас дорожный налог тоже есть, всем известная тема, так же, как и в Литве. Дорожный налог есть, и в Литве он есть. Только в Литве он используется по целевому назначению, а у нас им затыкают другие дырки. И что, если мы говорим о Вильнюсе, то я могу сразу сказать, если мы получаем 10 миллионов целевую дотацию в год на дорожные работы, то Вильнюс получает 15 миллионов в год целевую дотацию. Тогда, извиняюсь, на 5 миллионов в год они получают больше при всем том, что количество людей, на самом деле, и использующих их дороги, меньше. Плюс европейские средства, они порядка 220 миллионов потратили на вот все эти центральные объездные дороги, то, что в Вильнюсе, то, что дают этот вид города, такого мегаполиса. Мне самому становится немножко стыдно за Ригу. Раньше она была гораздо, так скажем, гораздо круче смотрелась, нежели Вильнюс. Я вот два раза был в Вильнюсе сейчас и скажу, они нас обогнали, и я это вижу. Только хотя бы за счет этой транспортной инфраструктуры. Она дает вид города, дает вид того, что все живет, что люди перемещаются, они мобильны, работает бизнес в итоге, чего я не вижу у нас. Но сразу могу сказать, на количество жителей мы получаем меньше, чем они. Угу. Тут вот пришел... Второй вопрос по Узворос и по стрелке. Знаете, есть правила дорожного движения, мы организовываем знаками, стрелками и так далее.
с культурой водителей, ну, придется работать, наверное, на всех уровнях, не только на нашем, потому что знаменитая вот эта система кругового движения, все же едут по правому крайнему, а на самом деле нужно, если ты выехал, если тебе не сразу на следующий поворот, но едь по центральному кругу, кто у нас едет? Никто, друг другу не дают выехать. Хотя это элементарно, если бы все были достаточно организованы, то и не было бы большего количества этих пробок. Но вот тут вопрос, касающийся грунтовых улиц в городе. Вот в частности улица Тиборгас. Пишут, что поскольку как только начинаются дожди, то сразу начинается грязь, слякоть, и очень тяжело передвигаться. Вот насколько вот такого рода улицы, будут ли они как приводиться в порядок? Будут приводиться в порядок. Естественно, если там делать новое дорожное покрытие, имейте в виду, что надо сразу сделать ливневую канализацию, проект и так далее. Это достаточно серьезные деньги, принимая во внимание там, наши бюджеты. Но, а что делать, если нет денег, а проблему надо решать? Мы тоже пробуем это делать как-то креативно. Каким образом? Во-первых, вот буквально вчера у меня были там возмущенная предпринимательница, у которой такая же грунтовая дорога, разбитая. А она по нашей классификации, эта дорога, она, во-первых, практически на границе города. Во-вторых, это дорога третьего класса, там нету ни общественного транспорта, ни жилых домов. Соответственно, по распределению бюджета мы первое обслуживаем магистральные улицы с общественным транспортом, потом важные школы, детские сады, и только в третью очередь вот такого плана. Соответственно, у нее нету никакого шанса, по идее, в обозримом будущем, что там что-то изменится. Но это же надо каким-то образом решать. Поэтому родилась такая идея, что мы делим город на вот эти апкаймес. Каждая апкаймес должна что-то получать. То есть потихоньку, маленькими изменениями, но везде. И мы уже начали реализовывать программу по тем же грунтовым улицам. В течение 15 лет там жители Торникалса, вот они пришли вот с такой пачкой документов, что никто не решал. Они не могли каждое лето открыть окно, потому что невероятная пыль от этих грунтовых улиц и так далее. Мы просто перемешали этот грунт с асфальтом, который мы фрезой сняли со старых дорог. То есть мы его не выкинули, мы его перемешали с этим грунтом, соответственно, но он связал эту пыль и более сделал крепкое это покрытие, все, пыли у них нет. Уже такая проблема решена. Плюс мы его выровняли. Лужи там так не образовываются, как на простой грунтовке, не вымываются. Поэтому мы постепенно вот такие позиции решаем, и чтобы они были решены. Торникалсе, Вагенскалсе, в Пурцемсе, там в Эцмилгарсе, в любом районе, где есть такие улицы. Просто логично разделив их. По поводу исполнителей работы и предпринимателей, может быть, там самый свежий пример – это вот Деглова. Мы знаем, что литовская компания проводит эти ремонтные работы. Вы встречаетесь с закупками каждый день. Насколько наши предприниматели много, которые готовы работать и проводить здесь у себя свои работы, а не приглашать литовцев, эстонцев, еще кого-то? Ну, я тоже за здоровый протекционизм, но мы как бы сейчас все живем в Европе, соответственно, может претендовать любая европейская компания. И сегодня мы квалифицируем по низшей цене. То есть выполнили квалификацию и дали низшую цену, вы и победитель. Если какая-то компания может на это пойти, то она и выигрывает конкурс. Но много латвийских компаний претендует хотя бы? У нас есть люди, которые готовы работать? У нас есть. У нас есть такие люди, у нас есть такие компании, но круг их не особо велик. Очень тут волнуется, два раза человек прислал даже вопрос, когда будет ремонт улицы Юглас? Вот назовите дату реконструкции улицы Юглас. Я сейчас не назову вам дату реконструкции улицы Юглас. Да. Нет, не назову. Пусть человек позвонит на тот телефон, который я говорил, 8036-00, скажет конкретные места, которые его волнуют. Мы проедем, посмотрим, ответственная персона за тот район даст свое заключение, и если эта улица Юглас требует
такого же ремонта? Что там надо? Я знаю, там будет строиться на Юглас Максима, заправка, там будут в результате того, что предприниматели там будут развивать свой бизнес, там будет улучшена организация движения, там будут дополнительные светофорные объекты поставлены. Вопрос, что надо? По поводу велодорожек еще хотелось бы поговорить. Насколько их сеть будет расширяться? И вот есть, например, карта велодорожек, да, Риги. Но мы понимаем, что достаточно сложно, например, с одного района доехать только по велодорожке в другой район. Например, Пурцумс тот же, который, ну вот да, почему Чака такая магистральная стала, потому что это соединение с той частью города, да. И, а велодорожки туда такой вот нет. Есть Бривибус, но она до Пурцумса не доедет. Вы спрашиваете, где будут велодорожки? Планируется ли, да, как расширение? Я вам скажу свое личное мнение, которое я буду продвигать. А велодорожки будут везде. И вообще, мое мнение такое, что я в свое время очень меня впечатлило решение транспортных пробок и транспортной проблемы, которую сделал знаменитый архитектор Жаим Лерне в Бразилии, да, он разделил транспортные потоки. Он отделил общественный транспорт от частного транспорта. Надо идти дальше. Ну, так же, как делают в Европе, отделяют велотранспорт от частного транспорта. То есть, если мы видим сегодня, то можем так отделить общественный отдельно, частный отдельно, вело и все эти новомодные скутеры и так далее, все отдельно. И пешеходы отдельно, то есть по уровню защищенности участников движения. То есть пешеход самый незащищенный, ему отдельно. И связать все эти коридоры для каждого вида транспорта в единую сеть, которая бы, по идее, ну, не имела бы, ну, так скажем, конфликтных моментов друг с другом. Они, естественно, где-то будут, где-то будет общая эта площадь, но логичная, и где это не опасно. И тогда, если вот, допустим, общественный транспорт, все полосы общественного транспорта будут завязаны в единую сеть, он не будет опаздывать. Он будет, может ходить четко, как метрополитен. Допустим, не надо тогда тысячи и один маршрут иметь, можно иметь просто направление. Потом ты пересаживаешься с временным билетом или с оплаченным в системе, не доплачивая второй раз, и перемещаешься в необходимое тебе место. Если это реализовать, уйдет, в принципе, и проблема пробок, и решится проблема велодорожек. Но места столько, сколько есть. Вот, например, на той же Чака, ну, не знаю, насколько там возможно сделать отдельно для транспорта, полосы, да, отдельно для водителей, и отдельно, например, как на Сколос, да, это идеальная велодорожка, там, где отдельно велосипедист и не на пешеходном переходе, и не на дороге отделено все. Люди, понявшие жизнь, говорят, что все, что можно вообразить, можно и реализовать. Я, например, вижу, что там можно сделать и общественный транспорт, и приватный транспорт, и еще и вело. К примеру, ну, это... Не, наверное, по фантастике я сейчас не буду вам говорить, но идеи мы рассматриваем и близкие к фантастическим, но которые дают возможность поместиться там всем. Посмотрите на ту же улицу Чака, насколько там широкие тротуары. А если мы используем улицу Чака для того, чтобы там летали со скоростью 70-90 км в час, да, наверное, это опасно там делать вот такое разделение. А если замедлить это движение, но сделать его непрерывным, тогда никто по факту стоять в пробках не будет. Будут медленно двигаться, но это даст возможность быть там и более незащищенным видом передвижений. То есть тогда эта улица должна расцвести. То есть на Чака планируется велодорожка? На Чака планируется ремонт покрытия в следующем году. Но я могу вам точно сказать, что я буду максимально отжимать, вот вести все, смотреть через призму того, чтобы было удобно пешеходам, вело, общественный транспорт и приватный. Можно ли говорить о том, что, может быть, какие-то магистрали будут одни отданы более, ну, скажем, под частный транспорт, на других магистралях
больше будет под общественные и велодорожки. Ну, то есть, вот какие-то такие разделения, что не обязательно на каждой улице должны быть 4 эти вот потока. Это надо смотреть конкретно по конкретному участку дороги. Ну, если вы возьмете такие города, которые достаточно недалеко от нас, и где многие бывали, допустим, Варшава или тот же Вильнюс, посмотрите, у них сделана сеть вот этих транспортных коридоров, да, которые обводят эти транспортные потоки до нужного места так, что это не мешает жизни города. Соответственно, там нет необходимости ни в вело, ни еще в чем-то, ни в пешеходных дорожках. Там идет транспортный поток, который потом съезжает с этой магистрали и вливается в общую уже такую жизнь города. Если это организовать так, то да, такие места есть, которые отданы только транспорту отдельно. А хотелось бы поговорить о начале зимнего сезона, насколько Рига готова, это всегда вызов, и чистка улиц, и соль не соль, вечные вопросы, вечные споры, что на сегодняшний день, насколько Рига готова? Раньше у нас был договор по обслуживанию города, который, когда заканчивался, он менялся с 31 декабря на 1 января. Вот это, я вам могу сказать, было самое страшное время. Мы перенесли этот договор на смену с 30 сентября на 1 октября. И у нас подписан сейчас новый договор, конкурсная процедура прошла, есть обслуживающие компании, поэтому мне кажется, что Рига к сезону подготовится. Это тот договор, который сейчас на 4 или на 5 лет? Да, на 5 лет. За 150 миллионов? Я скажу сразу, сумма 150 миллионов, она всех шокировала. На самом деле, да, мы не живем в этой категории. Это максимальная сумма договора. Договор предусматривает, что мы можем на 60% снижать наш заказ. Мы живем в рамках выделенного нам бюджета. Говорят, 150 миллионов. 150 миллионов – это чтобы была идеальная чистота в городе. У нас никогда не было за 5 лет 150 миллионов. Нам выделяют 18 миллионов в год. Соответственно, умножайте на 5, и вы увидите реальный бюджет. А почему тогда эта цифра фигурирует? Это цифра, стоимость договора, которая нужна городу. Мы оценим, городу надо то-то. Но нам выделяют меньше. И мы живем в гораздо меньшей категории. На самом деле, реальная сумма этого договора гораздо меньше. Она меньше, если эти 150 миллионов на 5, это 30 миллионов в год. И нам выделяют 18. Это чистка только зимнего сезона или это лето это, тоже? Это круглый это год. Круглый год, да? Все, вот, по дороге, листья. Подстригать траву и все, и чистка всех коммуникаций. Продолжают здесь сыпаться просто постоянные какие-то адреса, где замечают неполадки. Может быть, вы адресуете... Еще раз, да, просто... Мне, да, на 8-3-0-36-2-0. Может, звонки, да, еще у нас попробуем? Очень принять? Много звонков, да, поэтому попросим вас надеть наушники. Извиняюсь, я опять попал к вам. Значит, смотрите, я очень коротко, пожалуйста, мало времени. На котором каждый день, если не каждый час, совершаются аварийные ситуации. А уже... Если у вас нет денег, ну поставьте там камеру на светофор. А спасибо. Ну, спасибо. Понятно, мало, да, времени, да, да, хочется еще звонки принять, да, наверное, да, еще, да, один. Еще один есть сразу звонок. Здравствуйте. Да. Доброе утро. Вы знаете, я как обычный рижанин, типичное утро сажусь в машину, еду на работу, обратно на машине, и всю жизнь считал, что у нас плохие дороги. Пешком практически не хожу. И с дорогами сейчас действительно становится все лучше и лучше, надо признать, что ремонты идут, за что вам спасибо. Но тут как-то у меня автомобиль сломался, и я прошел пешком от Домины до Плявников по тротуарам. Ну, честно говоря, я был немножко шокирован их состоянием, особенно в Пурцевсе. Ну, там реально такие... ямы, стыки, вырванные куски, что я, честно говоря, не ожидал, что у нас такая плохая ситуация не только с дорогами, но и с тротуарами. Угу. Потом стал обращать внимание, что когда дорогу почему-то забывают про тротуар. Спасибо большое. Да. Да, спасибо большое. И, во-первых, первому звонившему тоже, которого мы прервали, мы вашу проблему рассмотрим. Заявка принята. Да. Еще позвоните на 8-3-6-2-0 туда, чтобы точно. Я, знаете, могу записать и мало ли что, а там зафиксируют ваш звонок. Коротко и ответ по тротуарам. По тротуарам. Да, потому что мы сконцентрировались, исходя из нашего бюджета, на центре сначала. Потом пойдем в районы, как я сказал. Сначала центр, но сейчас концепция меняется. Делаем в каждой
каждом районе что-то хорошее. Есть данные. Департамент, заказчик и контролер. Мы по факту, ну как вам сказать, в кавычках инквизиторы тех строителей, которые это делают. И поэтому та информация, которую вы даете жителям города, на самом деле это мы ее с удовольствием принимаем по одной простой причине. Она дает нам материал, с которым мы работаем. Поэтому я и призываю, сообщайте об этом. Но, естественно, поймите правильно, что входящих сообщений гораздо больше, чем возможность это быстро решить. Но мы будем каким-то образом перестраиваться, работать по сегментам, для того, чтобы было видно, что мы не спим, а реагируем на это все. Совсем мало времени, как я уже говорила, остается, и политику тоже нельзя не затронуть. Вы восстановились в должность не так давно, получается, чуть меньше, чем полгода. И раньше вы возглавляли Латвийское объединение профсоюзов, и сейчас, ну, ходят слухи, не знаю, насколько они правдивы, может быть, можете опровергнуть или подтвердить, насколько сейчас вы заинтересованы в этом профсоюзе, какой ваш статус, и делаете ли что-то для того, чтобы улучшить как-то ситуацию в профсоюзе для его интересов. Да, конечно, делаю. Слухи ходят, а беззубые старухи их разносят, да? Ну, ситуация такая, да, я вернулся и в профсоюз также. Хочу сказать, что я и на должность-то вернулся благодаря профсоюзу и благодаря старой пословице «один в поле не воин». Три года судебное. Да, то давление, те действия, я не знаю, я не представляю, чтобы простой человек мог такое выдержать, если нету какой-то общей поддержки. И я хочу так от души поднять знамя такой коллективной безопасности, именно коллектива Дрошиба, через профсоюзы, чтобы любой понимал, что, находясь на рабочем месте, у него есть шанс на справедливость. Потому что вот можете себе представить, ты работаешь в крупном предприятии, и если вдруг ты кому-то не понравился, тебя увольняют, ты получаешься за забором этого предприятия, весь ресурс предприятия административный, те твои коллеги, которые с тобой работали, в принципе, юристы и так далее, их рабочая задача уже справиться с тобой. А у тебя ресурсы физически, это, ну, то, что ты получишь на бирже в течение, по нисходящей в течение там, 6 месяцев, ты же должен кормить семью, ты должен искать другую работу. Ты никогда не будешь восстанавливать свои законные права. И представьте, какой комок в горле у тебя останется. У тебя возмущение о несправедливости, а защитить ты себя не можешь. И я всех призываю, помните, что есть такая организация, как профсоюз, которая не пыльное советское слово, которое осталось... Но что это ничего не может помочь? Это объединение людей, это община, образующая система для того, чтобы тебе помочь. И вот какой итог? У тебя тоже есть ресурс, инструмент. Ты живешь, ты занимаешься своими делами, кормишь свою семью, ищешь работу. Но благодаря... Ищешь работу. Первое. Благодаря профсоюзу ты не останешься за бортом предприятия. То есть если с тобой... захотели таким образом поступить, то доказательство твоей вины, доказательная база будет уже на плечах работодателя. Он должен обращаться в суд, доказывать, а ты все это время работаешь. Но конфликта интересов здесь не будет никакого, что до этого тоже как-то вас в этом... А в чем конфликт интересов? Я вот спрашиваю, может ли он быть? Даю какие-то заказы профсоюзу? Нет. В чем конфликт? Люди платят профсоюзные взносы, скидываются, профсоюз содержит юридическое бюро, плюс солидаризует членов профсоюза для того, чтобы они помогали человеку. Даже минимальная психологическая помощь. Когда ты один, или когда ты пришел, и какие-то единомышленники тебе говорят, да, здесь есть варианты на опыте, мы сделаем так, так и так. В чем конфликт интересов? Я мало того скажу, даже если в моем департаменте у кого-то будет какая-то проблема со мной, и если он пройдет ее решать через профсоюз, я это приму, и я буду абстрагированно на это смотреть. Если у меня рабочий конфликт с человеком определенного плана, но он может себя... Это состязательный процесс. Если он видит, что он должен себя защищать, я это приму. По поводу психологической помощи, психологического момента, вам было легче возвращаться? Ну, вы уже знали, что вы вернетесь, Ушакова в Думе не будет, например, в Рижской Думе. Чисто психологически. У меня нету никаких
рефлексии по этому поводу, и мне, я видел, он был, кстати, мы были на одном комитете и сидели так же рядом, как мы с вами сейчас, только он сидел слева, а я справа. Я ни на кого не в обиде, абсолютно. Это школа жизненная, они все мои учителя, они меня научили, я через это прошел, я могу другим помогать. Я в этом вижу будущее для Латвии. Это общинообразующее. Мы сегодня атомизированы, оторваны друг от друга. Извиняюсь, живущие в одном подъезде не знают друг друга и никогда не протянут никакой руки помощи. А я стараюсь создать организацию, которая была бы как жизненный дом, дом быта по всем позициям для людей. Чтобы не надо было уезжать из Латвии, а ты понимаешь, что ты здесь можешь построить тот дом, в котором приятно жить. Спасибо. Директор департамента сообщений Рижской думы Виталий Рейнбах был на студии. Если вас интересует, обязательно номера повторите еще раз, куда можно обратиться. 8-30-36-20. Обращайтесь, если есть проблемы.